Что-то к стереть и писал, что отойдет. Две вальки уже били, да? То я так и не проткнулся. Бьем на чумку. Что, долго собирались, что ли? Минут 40. Это обычка или ера, шо это? Это обычка. Топар что-то афкашит. Уже минуты 2-3. Мы уже две вальки убили. Блин, что там опять я не завязал? Ма 8 уровень. Копар, ты тут уже? А чё, Копар танк? Нет, ДД. Да тут не в этом дело. У тебя там пишет, что у тебя не прокачаны это скиллы, короче. Да это троллинг какой-то, да, на этом не придаю значение. Исполните моба, пожалуйста, магию, свенспилс, третья пати. Ты что-то кинул меня. Чего? Я покушать накладывал. Так что не написал, я бы тебя не кикал. Блядь, я хуй знаю. Сильно кушать хотел. Сильно, ну давай обратно пати дам, раз сильно хотел да, кушать. У меня пока не могу принять, у меня руки жирные. А прими, там потом вытереш клавиатуру, ничего страшного. А кнопку-то чем локтями нажимаешь? Косточка и кисти. Ладно, Ваня, подожди пока, послушай. Как мы проносим рейды. Сейчас попробуем убить этого. Ламурна. Попробуем, да? Угу. Давно не пробовал. Дмитрий. Ваня, а как вчера рейд-то пронесли нормально? Блин, там 306 РДПС был, сова 20к почти. Сейчас? Ваня уже ох. Нормально пронесли, балайку было. VX, ты зайдешь в игру? Наверное, он вылетает, как на сутки. Ждем. Фух. Так, и слева идет вонючка. Давайте, отойдите все назад, чтобы не сагить две собаки сразу. Подождем вонючку сначала. Тотемы там желательно уберите тоже.
повязку сходили, да? Повязку. Четвертый, первый. Нет. Нет. Сегодня пойдем, наверное. Если в этом рейде выживем. Блуди Ангел, забери, пожалуйста, босса со Скарлетт. У нее 10 стаков. А, у тебя тоже 10 стаков. Интересный баг. Прикольно. Блин, сейчас протопал он этот. Повезло, не умер. Так сказать, два скиллованных ПВПшера, собака и танк. Стереть, и ты тут уже? Я покушаю еще. Да, походу, я походу целую индейку закидываю. Я рыбу. Нормальная тема. Какую рыбу? Скумбрия. Копчена. Сколько сейчас килок стоит? Нахуй знаю, сам как. 110-120. 110... Гривен ты имеешь в виду? Гривен. Дешево. Было с усиком. Ле. Ты думал, повороте в России живешь? Знаю, где я живу. Ну, что он сказал про доллары, там, белорусские рубли, откуда я знаю. Да, подходишь к продавцу и говоришь, у меня латы. Он тебе отвечает, хорошо, мы рассчитаем вас в латах. Паешь скумбрию. Валюта Латвии, если что. Понял, да? Ну да. Ну и в смысле, вот список этих валют большой прям? Ну как, почти со всего мира или что? Ну. Да, достаточно огромный. То есть китаец может прийти там своими бабками расплатиться, да? Да, или европеец с китайской валютой может прийти. Так, давай, шкаф, Олег. Блуди Ангел, смотри. Ты сейчас в обычке просто стоишь, бьешь. Ждешь, пока вылезет большой слизень. Когда он вылезет, ты выбираешь его в таргет. Прожимаешь на него. Сейчас я зайду магом. А потом его выводишь сразу на этот, на рейндж. Подальше от рейда. И водишь по большому радиусу, по этому кругу. Где еще звездочка ходит. Понял? Ваня, принимай сумон. Что там, есть место для ДД-то, нет? Да, сейчас будет. Че, бафаю что-то? Да не знаю, что-то побафаю так для видимости. Для стрима. А рублями там расплатиться можно? Я в Украине? Да. Да, тебя только потом еще МВД посадят, как диверсанта. Если ты хочешь в СБУ находиться в подвале, то да, можешь расплатиться. Ладно, давайте, тыкайте на сумму. Так, если кто-то устал уже... Я устал, я могу уступить. Ладно, давай один бой с похиля, потом столбу уступишь. Раз. Нет, так. Есть места, я пойду. Ну если хил есть у тебя, то да. Пробафайте мага, пожалуйста, по фу. Ну есть у меня хил, у меня ДЦ остался. Ну ДЦ, Ршам, короче, Ршам там 6.2. И, ну, полен у меня, но я на него ЕП получал.
там когда сбросишь. Найдешь, похилишь, погнали. Он стак и раскол. Геру. Давай, Геру. Поближе подведи босса в центре, чтобы он стоял. Еще чуть-чуть. Ладно, сойдет. Прячемся за босса. Не напрягайте хилов, у нас всего-навсего 4 хила сейчас. Скарлет, становись в то место, куда блюет босс, чтобы мы только один раз перебегали, а не два. Понятно? Перебежали, Рейд, Скарлет тоже перебегает. Вон, Блудян, забирай босса, о, не босса, а большого слизня, молодец. Все равно неправильно становишься, Скарлет. А зачем вообще перебегать? Ну, не знаю. Ну мы два раза рейд не перебегал, по два раза. Вот, выходи на большой радиус. Там по ачивкам? Да. Перебегайте за спину. Да, пускай по ачивам будет. Давайте еще сними маски, там как называется, снять маски с белым духом. Масок нет. Масок нет. Масок нет. Перебежали. Вон, Блуди, Ангел, забирай еще одного большого слизня на себя. Быстрее забирай, а то сейчас быстрее забирай. Все, больше не забирай больших слизней. Тима, Крист, выйди на дистанцию, чтобы большого слизня в мелизоне не было. Отлично. Стрясение прожмет ледяную глыбу, да? Я хотел на тухлого оставить ее. Ну, теперь не оставишь. Зачем тебе на тухлом глыба, если мы будем делать ничего? Шип выпал. Бля, я за ним ушел. Мне шип нужен. Вот этот шип. Смогу ли я заменить вот этот шип на шип для пронзания трупов? Узнаем прямо сейчас. Давайте паролим. 67, 56. 95. Маг упырь не оставляет мне практически шансов. О нет, он выиграл. Маг упырь, да? Это кто? Волчат? Не знаю. Да, лучше. Так, дай, пожалуйста, покопать, я в инст сбегу. А, да, не надо никакого пати, тут шаман, который офнулся, зашел опять сюда к нам, ему точняк уступит место. Просто его не кикал. Кто из шамана уступит место? Вот шатан. Хорошо, я пока покушать приготовлю, там, еще кричить. Да, иди покушай. Дайте поезд, так, поезд, Даун, Даун, Даун не писал, что ты ролишь на мейн. Ебать. Как такой ник можно было придумать? Даун. Ну ты ж как-то свой кринишь. Не, ну у меня не такие. Кожи. Нету шатара, только Даларан. А, кровь. Давай, Даун. Кровь кому-то. Давай, Даун, тебе отдадим кровь. Я уже не видно. Прикинь, он в рейд Каноба пойдет, и Каноб такой ему, ну, что-нибудь он лайв не закосячит, и Каноб такой спросит, Даун, ты Даун, блядь. Давайте ставим шкаф с уманем шамана. Ну и меня тоже можно с умой, чтоб я не бежал. Блуди Ангел по 9 стаков. Ладно, пускай лучше по 8. БДК начнет первый танчить, ты второй.
Когда ты будешь забирать босса на себя, встань на 2-3 метра подальше от ДК, чтобы босс в то время, когда ты его будешь агрить, не сместился в другую точку, хорошо? Принято. Ну и когда ты будешь забирать босса, на нем будет 3 стака, да, с бафа, который увеличивает урон. Надо будет прожаться на деф и оттанчить босса до едкой гнили. Потом босс будет обычно бить. Без бафа. Ну, если хотите чего сделать, то сейчас просто слушайте меня внимательно. Чек на пул. На ком будут споры, первые споры, вы выбегаете из рейда, все 3 споры. А на третий спорик, те люди, которые кинулась первая спора, вы тоже будете должны выбежать из рейда. Ладно, это было сложно, но я постараюсь еще раз объяснить во время боя. Ничего не понял, но было интересно. Там, да. Центр только веди. Рейндж набрали. Сблевать будет, капец. Облако газа, только будьте. Эй! Минус 5 человек бьет. Так, смотрим споры. Так, Магу Пырь, Тоби, Роджер, выходите все на рейндж. Отбегайте. Отбегайте от спор. Но если на них 3 раза подряд кинет спора, то увы, ничего не сделать. Так, отлично. 3 человека только с дебафом. Ну, теперь можно сбегаться. Вот сейчас кто у нас? Тоби, Магу Пырь и Роджер. Вы не сбегаете со спорами, хорошо? Остальной рейд сбегается. Ого, Магу Пырь опять на нем спора. Короче, смотри, Магу Пырь, на третьей споре, на третьей споре просто не сбегайся сейчас, а если будет на тебе третья спора, прожми глыбу, ничего страшного, если просто умрешь на едкой гнили, ладно? Роджер, блин, Роджера 2 стака. Роджер, ты слышишь меня, ВРК? Не избегайся теперь. Если на нем будет спора. О, отлично. По идее, должны сделать еще. Протопал, прожми срезку. Божественная защита называется штука. На едкой гнили прожмешь. В священную жертву сакра называется. Мастер аур, там ретрик, у кого там есть? Мастер аур под защиту темной мании. Видишь, мы выжили с 2 спорами. Можете не сбегаться. Так, Рога, надо тебе штаны? Тогда держи. Гикада, тебе надо, черный убойник? Вот блин, надо. Тогда держи, да? Тогда держи черный убойник, который ты никогда не наденешь на Эн. А это надо, Эрдру? Тоже бесполезная штука. У нас голд зато стоит. Возьми себе. Не думаю, что тебе надо.
Нет. Не, ну если у тебя штаны стоят желтые какие-то, то пойдет. Ну, не знаю, я бы не сказал бы, что это лучше. Хотя там МП5 и крит, а здесь скорость 84. Ладно. Так, нам надо пережить атаку пауков. Ой, насекомых. Ангел. Знаешь, что делать в кукле? Купить лужу, скакать минус броню. Правильно, да. Главное вовремя замедлить зеленого слизня. То есть, если ты видишь... О, ну красного, зеленого имеется в виду. Вливается слизень, ты сразу в него... не кидай замедление, ты видишь, что там он идет планка каста, выбор цели. Тогда вот под завершение этого каста, тогда кидай замедление. Хорошо? Понял. Чек. Пишет Пурыч Воин, можно в куклу? Без понятия, можно, ты не писал, что ты делаешь квест, не знаю, как ты вообще шаришь, как этот квест делает. Да пусть делает, да Воин, и все. Пусть делает, думаешь, да? До боя сделает, сейчас захилить он прожмет, а потом уже сагрит. Тут он пересядет танк, нормально. Так просто. Пурыч, ты тут? Знаешь, что делать? Квест. Как делать квест? Хорошо, иди пей столик. Сейчас увидим, как ты знаешь квест, как делать. Пей столик. Сейчас квест можно сделать, он сядет в куклу, друид его захотит полностью на фул раку. Он диспелится, квест сделан. Ну, вообще-то там надо за 5 минут пропа убить. Нет, там сразу же засчитывает, если друид находит его полностью, прям фул рагу. Он сразу же... Ну, давай попробуем. Не агрите только босса. Сейчас только засниму видео, этот баг нужно починить. Уже снимаю. До сих пор не починили баг, когда ты пьешь столик, босс должен агриться. Отойди от рейда. Там кидайте на него омоложение быстрее. То есть он сейчас прожмет скилл там свой и сразу засчитается квест? Там, по-моему, надо еще ударить босса. Нет, нет, не надо. Он просто сразу же диспелится и уже другой потом пикнет. Ну, юзай эту фигню, Пурыч. Смотри, что он делает. Вау. Ну, можно диспелить. Диспельте его. Диспель, давай посмотрим. А, да. Ну, я же говорю, 6 минут. Мы не убьем профу за 6 минут. Но давайте постараемся. Готовность. Пуляйте, давай, фул дамаг босса. На второй фазе нужно будет дать рост. Все ради Пурыча. Уже выходим. ДПС маленький у рейда. Не веди его в сторону зеленого слизня. Уводи его потом к столу, ладно? Давайте больше дамаги, сразу переводим. Зеленого не ждем. Давайте отходим к столу сразу уже. Сейчас фаза пойдет, обдут эти босса. И к столу все отходим.
закончится первая фаза, будем опять бить профа. Ждем, пока выберется зеленый. Только после этого будем зеленый бить зеленого. Вышел, мне не хватает. Не хватает? Следи. Ну, две лужи все было. Ну, я понял. Ладно. Давайте так убьем. Сбегайтесь к столу, уводи профа. Милики отошли от профа. Ох, было больно, но мы выжили. Давайте рост. Блуди ангел, не стой в колбах, у тебя уже 22% хп. Будет плохо, если ты умрешь. Давайте в красного. Ты заметил красного, дружище? Боб, есть на мага? Ты меня разочаровываешь. Мог бы сейчас вайп. Давайте в левую часть комнаты отходим. Видели все, как почти мага догнал? Лучше замедляй слизней. Ладно. Давайте к столу все отходим в звездочку. Быстрее. Зеленый слизень вышел. Играйте пока профа. Уводи профа, там сейчас будут колбы. Играйте все в зеленого. Отбежали от пельменя и от колб. Переполни, берегаемся. Ладно, уже никуда не веди, сейчас будет красный. Сейчас поведешь ров. А нет, не поведешь, что там 18 секунд до колб еще. Давайте РДД играем красного. Левее убегай, а то будет вайп. Милики отбежали от профа, сейчас будет колба. Давайте переводим профа. 5%. Веди к столу, 4% к столу. Все к столу и бьем профа. 2%. Можем ли мы перевести без слизня? О, супер. Перевели. О, да. На вкус как вишенка. Ой, извините. Пояс Реги на диван. Меня. Пишет. Блуди ангел. Перегревается на третьем стаке, босс. Перед перегреванием прожимаешь срезку. Колбы уводи. Профа, милики отошли. Так, ну можешь агрить на себя, протопал. Не веди пока никуда. Колба появляется, сразу уводишь. Получится. Убили профа 3 минуты. Не 4. Так, защитник. Нет, это я не ту роль убил. Хороший ролл поиграл. Воеватель. Это не везет. Кто в РК сидит, кто хочет в СЛК пойти. Марта, ты квест сделал?
Отлично. Не зря, значит, собирал рейд. Это штаны там кожаные, отдал кому-то? Нет. Дай, пожалуйста. Микада, проснись. Нам нужен твой дамаг. Пойду чай налью. С бергамотом? Нет. С каркаде. Так, задача, да. Станет звезду кружок. Допустим, молодец, кружок. Машулька, звезда. Играем в эти метки. Два танка. Ну-ка в рейде, не знаю, выживем или нет, погнали, проверим сейчас. Нет, я имел в виду молот правосудия кидать в метки. Играйте в метки, это милики опасные. Остальные не опасны для рейда. Ок. Кто ответит правильно на вопрос, чем диспелится изгнание тьмы? Массовое рассеивание заклинаний. Правильно. Кто это сказал? Какой миг? Это столб тебе сказал. Блин, ладно. Тогда я не дам тебе 100 болт. Так, ну давайте попробуем по рандому поконтролить, там, допустим, сейчас плота, звезда, кружок, какой-то классный тип, я квадрат по контролю, погнали. У вас слоты освободились или нет еще? Да, кстати, да, заходи на ДД. Давай на ханта я только волка прилучу, а то меня Эльнур его прогнал. Да никто не заметит, что ты без волка будешь дамажить. Все, в этот повороте можешь ходить. Было весело с тобой провести это время. Я отойду на одну минуту. Встаньте кружок. А нет, кружок не надо. Тут моб. Тактика, встаньте. Без метки сейчас. У кого-то войско еще есть без КД? Так я тогда выступаю, да, вместо охотников. Ты ж, ты хочешь уходить, верно? Ты писал, да? Да, я написал. Ты можешь уходить туда. Так, ну раз нету у нас этих войска мертвых, тогда по контролям. Звезда, любой паладин, кружок Клотта, квадрат я. А мы будем станить тактиков и играть в них. Погнали. Спокойно. Блин, Блуди Ангел, ты неправильно делаешь. Ты сейчас бил каст контроля, молодец. Играйте все в тактику, отводи трэш дальше. Потому что у нас любители задеть АОЕ дамагом остальных мобов, которых мы законтролили. Весь контрол сводится к нулю. Кто скажет правильно, чем можно снять кровавое ошеломление, получить 100 голд?
Бамблбот. Дальше спонгают, если кинешь трейд. Давайте добьем мобов, поставим потом шкаф. Звезду надо будет сыграть. Ну, Диангел, ты этих боссов тоже не танчил, да? Видел приблизительно бой с Совета? Или Сета, например, который призывает темные шары. Называется на темное ядро. Будешь танчить Келя. В чем весь смысл? Собирать на себе темные ядра, которые дают ресист к темной магии. А Келесет бьет темной магии очень сильно. Вот. И танчить Келя. Держа на нем огонь. Чтоб никто с тебя его не сагрил. Если не соберешь темные ядра, босс по тебе будет бить по 50к, ты умрешь. Если же такая ситуация будет, то придется прожиматься. Жестяная защита и так далее. Чем же собирать темные ядра? Длань возмездия, щит мстителя. Можешь кинуть лужу, начать подбежать к этим сферам, сагрить на себя. Давай, Лорик, шкаф. В принципе, протопал не успеет убить эти шары. Надо будет целенаправленно в них играть. Достаточно один раз сагрить. Так, на Скарлетт напуливаем Талдорама. Баф эти ханта. Чек. А, Шедумор, да, ты прав, это я. Прикольный ник ты выбрал себе. Крестобаф, интеллект. Давай баф на последний Мирэгон. Тоже крест бафал, уже не помню. Бафните по ханту. Давайте набираем рейндж, это все-таки обычка. Можно умереть от вихря. Играйте точечно в Валанара пока. Ну вот, воскресенье прожал копии до пула. Может сорвать агро, молодец. О, да, прожмешь священную жертву, блуди ангел, по команде, когда будет первый вихрь. Сейчас скажу. Прожимай. Давай, прожимай сакру. Не знаю, я не увидел сакры. Классная реакция. Ладно, играем дальше. Надо поднять топ-5 ДПС. Крыся, подымай. Лея, первая пати. Рейндж набирайте. Прожми сейчас сакру, если есть протопал. Сделал. Сделал бы первый раз, этот ретрик бы не умер. Крыся! Все, вижу. Давайте бафы попало. Крестобаф. Лапку, интеллект, регов нету. Скарлетт, отведи босса от вихря. Сейчас появится вихрь, откинет всех. Скорость смены цели.
Помогите мне поднять кинетику. Одному сложно бить. Три шарика. Еще рядом вихрь. Бейте точечно босса. Так, ну вроде ты все сферы собрал. Пойдет. Главное, держи агро. Можешь крылья прожать. Все равно на тебе 5 сфер. Тебя не будет прошибать. Валанар. Хватит Валанара, 300к. Бегайте все в одну точку, чтобы умереть. Давайте сбегаемся. Блин, не повезло. Чуть-чуть не хватило. Вау, какой хороший сегодня лут на РДД. Воятель гробниц. Понятно. Урыч, тебе надо? Или ты на продажу ролишь? 33 голды все-таки лучше себе заберу. Ладно. То полежит у меня. Так, ну это еще можно поролить эти перчатки. Если у вас танк 5 КГС. Понятно. Так, ну что, вы хотите, чтобы багровое колье ролилось или оно было анролом? Напишите в чате что-нибудь. Ролилось. Анрол. Звезду играйте. Так, давайте кольцо льда, кто-то хороший сагрил. Играйте точечно по меткам, кину метки, станьте их. Череп, трусы, кружок, звезда надо станет. Вызывайте стадо, если есть, играйте в метки. Очень опасная ситуация, можем умереть. Эти БДК в контроле. Танки, попробуйте звезду на себя забрать, то и поставь тотемаков. Переставьте тотемаков. Пульте паука с рейда. Жоп добейте. Теперь надо раснуть павших. Встаем. Плотно вставай. Все встали. Теперь можно ребафнуться. Это означает, что надо дать лапу, интеллект, пристабаф, паладины. Тоже бафните. Вот это скиллованный хамбу. Видели, что он сделал? Сагил только одного моба. Это есть луты? Почему остальные пошли? Я что-то не догнал. Нету никого, все фул. Ну, кто-то законтролил моба и сагил на все моба. Ладно. Играйте. Ты с нуля, Олег. Не понимаю, что ты говоришь. Вы с нуля пошли в ЦЛК? Ну да. Понял. Я по КД редко хожу куда-то. Ну вы на ком зараз? Ну ладно. Мы в обычке.
Блудий ангел, ты где? Опасненько. Ревакцинация, у тебя есть спектанка на этого босса? Отлично, ревакцинация, спекайся тогда. Просто прожмешь власть, да. Ладно, даун, давай ты тогда. Даун, спекайся в танка. Пушите рыбу. Щит земли на дауна повесьте, будет про товар, его будет хорошо прошибать, надо хорошо хилить. Чек. Все готовы, давайте на позицию, РД сбоку, хилы в центре. Танки вперед, Скарли Ди и Даун, погнали. Смотрим, кто условит укус. Ну, точно не я. Воскресенье ловит укус. Так, там пакт. Гляньтесь. Роджер, беги, метка. Амнистии, Элею, Клота, там, по ДПС, то выше. Молодец, можешь прожать бабл. Факт, милик, убегай. Мирующиеся тени. Давайте сбежались, желательно к хилу мельк. Скоро будет внушение страха. Взлетка, то есть крыся. Я на тебя кину защиту от страха. Сакры нету у нас в рейде. Надо выйти на всем на рейндж. Набрать дистанцию, получить как можно меньше урона. Спою гимн от хилу. Ну, вроде все живы. Так, ну можно теперь рост дать. Думаю, успеем залить. Вот там, не забывайте. Заливаться. Наркология, заливай буджи. Давайте, у нас есть 55 секунд, чтобы убить босса. Дальше взлетка, гимна от хила нету, будем вайпаться. Викс будет амнести. Быстренько выбегай, бабл. Красава, забиваешь этого мага, кажется, да? Кто так выносит метку неправильно? Да блин, я вот. Тима Прист стоит, дамажит в луже. Это новый скилл рейда. Видите? Справа от меня. А, отошел уже. Что 5 секунд.
Так. Ворик, выбегай. 8 секунд до страха. Давайте, ребята. Ну, убили. Ух ты, 250 эмблем получил. Почти выпало колье. Холли и Прист есть кто-то. Эрдро может. Так, ну этот спор... Короче, ладно, отдаму Локу. Хоть сове, что Локу не очень этот способ. Коритель, две штуки, Ролу. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Раз и два. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои с их...